Всем добрый день! Сегодня мы будем готовить ппшное пирожное. Прелесть этого пирожного, что оно готовится совершенно без сахара. Корж у нас будет на цельнозерновой муке, что в разы полезнее, чем на обычной белой муке высшего сорта. А сверху у нас будет джем из голубики, который тоже приготовим без сахара. Здесь у меня сливочное масло комнатной температуры. Добавляю сюда немножечко соли. Также добавлю ванильный экстракт. Сразу люблю его вот так вот набрать на венчик. Сюда. В качестве подсластителя у меня сегодня стевия, но вы можете брать любой подсластитель, да даже просто обычный сахар. И перемешиваю это все миксером на маленькой скорости. Теперь сюда нужно добавить муку. Я добавляю цельнозерновую муку, но можно использовать обычную белую высшего сорта. И замешиваем плотное тесто. На столе домешиваю тесто до однородности. И нужно будет его поместить в холодильник на полчасика, завернув при этом в чистый пакет или в пищевую пленку. По рецепту нужно 130 грамм муки, но вы ориентируйтесь на консистенцию теста. Добавляйте не всю сразу, а частями. Смотрите, какое получается тесто. Оно должно получиться эластичным и практически не прилипать к рукам. Ну, может быть, разве что совсем капельку. Тесто на цельнозерновой муке имеет более плотную и не такую эластичную структуру, как, например, на муке высшего сорта. Но, тем не менее, смотрите, оно все равно мягкое, эластичное, приятное. Все, заворачиваю этот комочек в пакет и на полчаса в холодильник. Чтобы тесто быстрее и равномернее охлаждалось, сделайте колобок вот таким вот переплюснутым. Пока у нас охлаждается тесто, мы можем сделать ягодный соус. Здесь у меня размороженная голубика. Добавляю сюда стевию, которую вы тоже можете заменить на сахар. Ставлю на огонь и для начала довожу до кипения. Нужно довести до кипения и затем уварить, чтобы получился густой джем. Стевия практически вся уже растворилась в соке. Нужно дождаться, чтобы это все закипело, ягодки станут мягкими, их нужно чуточку подавить ложкой. Получится у нас классное варенье. Вы знаете, когда варится голубика, такой приятный аромат, как будто цветы какие-то готовишь. Вот ни с чем не сравнить эту ягоду, конечно. Уваривать нужно будет примерно 10-15 минут, но зависит от степени нагрева. Вот примерно до вот такой густоты нужно уварить наше варенье. Выключаю огонь и даю немного остыть. Тесто достала из холодильника. Оно остыло, но все еще остается довольно мягким и удобным в работе. Форма 20 на 20. Немного смазала сливочным маслом и заслала пергаментной бумагой. И теперь просто руками или можно при помощи ложки распределяю по дну формы. Сверху распределяю варенье из голубики. Нам нужен совсем тонкий слой. В принципе, толстый вообще для этого пирожного не нужен. Распределяю равномерным слоем и ставлю в духовку. Разогретую на 180 градусов. Выпекаться будет примерно 25-30 минут. Или ждите, пока не подзолотится наш корж. Итак, у меня тут все приготовилось. Оставляю полностью остыть, затем достану из формы и нарежем кубиками. Пирожное получается очень вкусным. Мне почему-то вот эта песочная основа с цельнозерновой мукой нравится даже больше, чем вот этот джем из голубики сверху. Вместе очень
приятно гармонирует. Честно говоря, вот таких десертов без сахара, которые типа а-ля ПП, я никогда не жду чего-то супер особенного, но вот это пирожное мне очень понравилось. Хочу попробовать приготовить еще с малиной и с вишней. Мне кажется, это будет просто отвал башки. Пробуйте, готовьте, наслаждайтесь. До новых встреч, пока-пока!